Знакомство с заводом местные приглашенные гости и приезжая немецкая делегация начали с экскурсии по производству. Концерн «Шефлер» является ведущим в мире поставщиком систем для промышленности и автомобилестроения. Сегодня завод в Ульяновске работает в три смены. Объем производства составляет 1,5 миллиона корзин сцепления и 300 тысяч сцеплений в год. Также налажено восстановление порядка 14 тысяч подшипников в рамках сервисного обслуживания. Наш 5-летний юбилей – это веха, это некий очень большой шаг, который мы совершили и который позволит нам сделать совершенно что-то новое, новый прорыв. Мы все уверены в том, что мы научились ходить и даже бегать. И теперь мы являемся в рамках группы одним из наиболее конкурентоспособных предприятий. На торжественной части мероприятия первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева еще раз передала слова благодарности губернатора за плодотворное сотрудничество немецкому и российскому руководству компании, а также всем работникам предприятия. Чуть ранее в этот день глава региона лично встретился с генеральным директором «Шефлер Групп» Клаусом Розенфельдом и отметил, что компания все это время является не только надежным партнером для региона, но и социально ориентированным предприятием. Очень здорово, что наше сотрудничество на протяжении всех этих лет явилось таким, что затронулось. Искренне надеюсь, что и дальше оно будет столь же успешным, как взаимодействием. От всего сердца желаю вам, всем вашим сотрудникам, грамоты получили 5 лучших сотрудников, которые за эти годы внесли большой вклад в развитие производства. Нужно сказать, что словами благодарности отметили не только руководящий состав ульяновского предприятия, но и обычных рабочих. Пришел в 2014 году, это выбрал, потому что люблю эту работу, связанную с производством автомобилей, это также запчастей. Работа связана с наладкой автоматической линии, наладка оборудования, замена различных узлов механических. В конце торжественной части всех приглашенных гостей и отличившихся работников завода пригласили на фуршет, чтобы продолжить общение уже в неформальной обстановке. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Управды ТВ.